забрать ребята из Нави, но близко уже Фнатики. И Найк срывается сюда, проблемы у Фаника, огромный Фаник моментально умирает, хвост расстреливает Эру. Пупей должен дать хоть кого-то стан, Пупей опять-таки взорвался, ой, лол. И Клокверк врывается в хвоста, хвост, кулдаун, пытается дать Трикси, проседает очень сильно, Трикси умер у нас, Хани расстреливает хвоста. Здесь две птички, сейчас подымутся, будет много дэмэджа вносить, Эра. Эра дерется до конца с Куроки. Птицы, куда ж улетели, птицы ж в драку, вернитесь. Ну что, минус 4 в исполнении Фнатик. И Дэнди на хайграунде тут стоит, минус 5. Тим вайп! А, ну здесь Нави очень нагло себя повели, который раз, то есть они, даже забрав одного Бэйна, они решили подраться как прошана и еще... В таких раскладах их хватает. Ну... Тайтлен для как... отталкивает. Он, по сути, сейчас просто их... Все разные позиции. Тут была такая бешеная погоня сейчас за Дэнди. Долго пытался Дэнди ныкаться, но в любом случае добили таки его. Это действительно минус 5.